Ты слышала? Анурак Сал велел Айшен перевести за свадьбу 50 тысяч долларов. Ничего себе! Да, вот что такое удача, дорогая. Ну и, ты знаешь, где они будут жить? Анурак Сал приобрел особняк на Босфоре. Да брось. Ты шутишь, наверное? С чего мне шутить? Он его купил. Невероятно. Попробуй угадать, сколько он стоит. 2,5 триллиона? 5,5 миллионов новых турецких лир. Да перестань, Айшен. Ты что, на ходу выдумываешь такие цифры? Выдумываю? Конечно же. А если нет, покажи квитанцию. Ладно.